Компания «БурСпецТехника» предлагает вашему вниманию испытание буровой установки ГБУ-80 с пневмоударником. Для этого нам потребуется сама установка, пневмоударник, в данном случае коронка на нем 110-я, модернизированный вертлюг для бурения с воздухом и компрессор. We'll be right back.
Как вы увидели, данная установка с легкостью справляется с пневмобурением в грунтах до 10 категории. Время прохождения одной буровой штанги полутораметровой до 10 минут. We'll be right back.